Всем привет, мои друзья! Сегодня по просьбе одного из моих подписчиков мы на новом телефоне будем поднимать звук через инженерное меню. Процессор у нас стоит MTK6750T и на нем будем поднимать звук. Ну что же, разблокируем телефон и войдем в инженерное меню. Для входа в инженерное меню нам понадобится ввести пароль, который вы видите на экране. В случае того, если ваше приложение телефон, как и мое, выдает постоянно ошибку, то набор в стороннем приложении этого кода вас не переведет в инженерное меню. Если вы введете пароль, и он просто начнет звонить. Также для начала давайте послушаем музыку, как она у нас примерно звучит. Включаем музыку. Также я скачал такой шумомер. Он, конечно, не очень показывает, но примерно можно увидеть. Средняя 77, максимум 83 дБ. Что же, идем дальше. Для входа в инженерное меню вам понадобится такая вот программа. МТК Engineering Mode Start. Ссылки на все используемые приложения в ролике вы увидите в описании. Далее входим в МТК Setting, переходим на вкладку Hardware Testing, нажимаем Audio, далее Volume. Здесь нам понадобится Audio Playback. Входим, тут нам нужно менять меню System и Music. Также есть еще вкладки 3-4 Pol Headset, это наушники, спикер, это динамики, и Headset плюс спикер, это динамики и наушники. Все значения, которые здесь написаны, лучше изначально переписать. Приступим к их замене. Максимальное значение ставим. Для того, чтобы ваши динамики не начали хрипеть. 160 это край. Здесь ниже расположены уровни. По нажатию на клавишу громкость. Если хотите, например, от первого нажатия, чтобы звук был немножко меньше, то ставим 40. И после первого нажатия клавиши звук будет тише. Это уже как вам захочется. И нажимаем кнопку Set. Переходим на спикер. Здесь также ставим 160. И не забываем нажать кнопку Set. И в последней вкладке Headset плюс спикер. Тоже ставим 160. Сейчас я запишу, чтобы не забыть. И в Headset PGA тоже устанавливаем 160. И опять же нажимаем кнопку Set. Окей. Все, после этого зайдем в Music и смотрим. Здесь у нас все значения уже стоят 160. Тоже сохраняемся. Выходим из нашего инженерного меню и обязательно перезагружаем телефон. Итак, телефон включился. После изменения звука желательно поставить какое-нибудь стороннее приложение, которое расширяет регулировку звуков. Это, например, как это. Это приложение называется Volume Control Plus. В инженерном меню перепроверим, чтобы все настройки остались в норме. Заходим назад. Как видите, 160. Отлично.
Включаем музыку, и по ощущениям, конечно же, звук поменялся. Сейчас посмотрим по шумомеру. По значениям они такие же. Как я и предполагал, таким шумомером мы, конечно же, не проверим. Но звук, по-моему, увеличился нормально. Итак, как это все делать, вы сможете увидеть в описании. Пишите комментарии. Понравилось видео, ставь лайк. Пока!